Такую очередь студентов можно увидеть разве что в столовую. Она была и туда, но позже. А с утра студенты педуниверситета провели еще одну благотворительную акцию в рамках этой недели добра. Сегодня они стали донорами крови. Комнаты общежития на полдня превратились в процедурные, где с 8 часов начался прием пациентов. Первый раз, стою в очереди уже час, но мне говорят, что это немного на самом деле, и решила попробовать. Вдруг я хороший донор. В итоге было собрано 26 литров цельной крови. Она пойдет для онкологических и тяжелобольных, а также рожениц. Занять донорскую кушетку могли только студенты с хорошим гемоглобином и давлением, весом более 50 килограммов. К слову, сдавая кровь, доноры помогают и себе. У них обновляется кровь и повышается иммунитет. Честно говоря, состояние как будто улучшается. Ну, такое ощущение было в прошлый раз. Сдаю второй раз. Ну, хочется помочь. Может, все-таки пригодится кому-то. Дари Добро является самой доброй акцией нашего университета, по моему мнению. Она очень важна, поскольку действительно многим людям нужна помощь в нашем городе, в республике и вообще в стране. Я сдаю сама кровь второй раз. Мне совсем недавно исполнилось 18 лет, но действительно это от доброго сердца и от души.